Я забыла эти. Забыла наушники. Вот приехали мы на триатлон парк. Здесь велодорожка. Ну, в общем, покататься. Вот привезли самокат и велосипед. Наши девочки. Анечка, привет. Настенька, привет. Те красотки. Отворачивайтесь, красавицы. Вот. Видите, парк какой. Там что-то немножко. В общем, приехали кататься. Аня наша полезла на дерево. Анюта, привет. Ой, Анечка, осторожнее. О-хо-хо-хо-хо. Анюша, хватит, все. Лучше бы на более толстую часть лезла, а не на ветку. Конечно, обломится. Надеюсь. Наши девочки появились. Вот издали я уже вижу. Анечка на велосипеде едет. На ёпа. А Настя почему-то... А, да, Настя на электросамокате. Эти самокаты, я два самоката покупала тоже. Ой, ну, года 4 или 5 назад. Два самоката брала. Один самокат девочкам, другой самокат мальчикам. В общем, электросамокаты. Когда они только появились, я приезжала и подарок брала. Вот наши красавицы. Вот Настенька первая на самокате. Настя. Анечка что-то там. А, Ане позвонили, она остановилась ответить на телефон. Все, поехали. Ах, молодцы, молодцы. Видишь, как круто катается. Вот мы вышли к речке. Пошли по ходу того, куда уехали наши дети. Здесь вот речка такая. Это автомобильный мост. Там тоже автомобильный или пешеходный. В общем, это... Паша, как эта река называется? Забыла. Ишим. А, Ишим. Вот он, Ишим. Такая узенькая речка. Она река, но... Ну вот, наверное, в этом месте вот она также не широкая. Не сравнить хотя бы с Иртышом там. У нас в Искреногорске была такая вторая река небольшая, Ульба, и то она гораздо шире этой. Ульба, она внутри шла. Вот я не знаю, она связана с Иртышом или нет. Но она такая как. Мечеть там. Вот уехали. Катается где-то. В общем, да, я такой информатор. Вот это все называется территория Ак-Орда. Ак-Орда. Видите, такая красота.
А это с куполом резиденция президента. О, теперь я это знаю. Можно покачаться, посидеть. Можно полежать. Лежаки вон. Сеточки. Прогуляться просто в выходной там, когда есть время. Ну, у нас сегодня, в принципе, не рабочий день, хоть и такой день обычный, но он такой, как бы, не рабочий, потому что, так, какой сегодня праздник в Казахстане? Какой праздник сегодня в Казахстане? День Республики. А, День Республики. А, День Конституции. А, День Конституции. В общем, сегодня красный день. На работу никто не пошел. У всех выходной. День Конституции. Они-то, наверное, больше так, наверное, мы, наверное, не... И вот с этой стороны мост. Видите? Этот мост. На свое место, откуда мы начали наши дети старт. В общем, видите, дорожки как. Вот это велосипедная серая, вот это темная для пробежки. Там специально такое покрытие не скользящее. А это вот уже для пешеходов. И ездят. Очень большой круг. Большой. Ну, девочки, конечно, несколько кругов сделали. На самокате, и на велике, меняли все. Вот там группа велосипедистов едет. Мальчики. Девочки.